знаете, главное достижение, что болельщики, очень много новых людей пришло на стадион. Вот это я считаю своим главным достижением. Что болельщиков не так много, чтобы они заполняли целиком стадион. Вот это пока главное разочарование. Знаете, у меня очень много любимых игроков «Локомотива», мне сложно кого-то одного выделить. Но мне, конечно, проще всего общаться с Игорем Денисовым. Спрошу, как дела, Игорь Павлович? Очень, к сожалению, их много, таких слов очень много. Ну, как я могу в эфир сказать нецензурно? На то не нецензурное. Ну, это все буквально, все известные нам нецензурные слова. Я их употреблял определенное количество раз, там, часто. Русские все, все на русском языке. Нецензурные, матерные. Мы культурные люди. Мы культурные люди. Давайте следующий вопрос. Юрий Павлович Семин – один из больших тренеров, действительно. Юрий Павлович Семин – великий? Один из больших тренеров в истории отечественного спорта. Юрий Павлович Семин – великий? Это вы говорите. Я очень уважаю, Юрия Павловича Семина, отношусь к нему с большим уважением. Локомотивы хорошие очень болельщики, и среди них прям есть очень яркие люди, интересные, искренние, и которые болеют и переживают за свой клуб. Я был прям впечатлен, Ну, я бы, наверное, не стал бы снимать фильм о своей работе в «Локомотиве». Мне очень нравится слоган, который мы придумали в прошлом сезоне, «Железном месте». Он такой прям красивый, многослойный. Вот. И совершенно, наверное, кто-нибудь бы снимал, я бы посоветовал бы такое название.